Нина Дорошина, мне никто не помогает. Состояние здоровья Нины Дорошиной стремительно ухудшается после перенесенного недавно инфаркта. Российская актриса театра и кино, звезда легендарного фильма «Любовь и голуби» и народная артистка РСФСР Нина Дорошина находится в крайне тяжелом состоянии. 12 августа к Нине Дорошиной приезжала скорая помощь. Дежурные медики поставили артистке несколько обезболивающих уколов, чтобы нормализовать ее состояние. Несколько лет назад Дорошина перенесла инфаркт, после чего ее здоровье стало стремительно ухудшаться. Дошло до того, что в этом году у артистки отнялись ноги, и теперь она совсем не поднимается с кровати. Как призналась изданию, сама Нина Дорошина, мне очень тяжело, я не встаю и даже с трудом могу говорить. Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно. Даже не верится, что я буквально год назад бегала на каблуках. Сейчас мне никто не помогает, я одна, брат тоже болен. Но за ним ухаживает его жена, а мне помочь некому. Правда, соседы и знакомые иногда покупают продукты и лекарства. Спасибо им за это. Но сейчас многие в отпусках. Самочувствие Дорошиной регулярно проверяет участковый врач. Но по словам артистки, назначенный курс лечения совсем не помогает. Доктор мне говорит, что это возраст и ничего нельзя с этим делать. Также артистка отмечает, мне нужен спортивный врач, который бы хорошо разбирался в болезнях ног. Я заслужила достойный уход. Я все-таки народная артистка. Я должна подняться и вернуться в свой любимый театр, к своим студентам.